Салам алейкум. Уалик салам, ахи. Чего вы там, где? Ну, здесь за границей, чуть недалеко. Там еще за лентой внутри? Да, мы еще находимся. Вы где находитесь? Мы здесь тоже, где-то в Белгороде. Вы в России, да? Не выезжали? Пока нет. Одни выехали наши. И 20 дня уезжают. Все живые, да, здоровы там? Наши, да. Потери есть у вас? В первом полку так, несколько потерь только потерь. И что там, что вообще задача какая у вас? Вы ничего не знаете? Блядь, хуй его знает, бля. Постоянно их, не кажется, полчаса мнения меняются, бля. То сюда, то туда, бля. Умалат с тобой, да? Умалат в начале колонны, у нас колонна пиздец ебанутая. 2 километра вот так, бля. Если не больше. Охуеть, бля. Прикинь, все полки разъебаны, кроме нашей. По дороге их разъебали. 62 танков, 13 когда доехало. Из 62? Да. Только 13 доехало, прикинь. Куда доехало? Туда, под Киев? Нет, они к нам подтягивались. А вы где находитесь вообще? Мы сейчас где-то в Сумы будем, по-моему, ехать, да, если началось. После Сум где-то километров 90-100 до границы.